Президент UFC Дана Уайт заявил, что победитель поединка между Конором Макгрегором и Дастином Порье получит шанс сразиться за титул промоушена в легком весе. Действующим обладателем титула UFC в легком весе является Хабиб Нурмагомедов. Россиянин завершил карьеру после досрочной победы над Джастином Гэтджи на UFC 254, но до сих пор владеет чемпионским поясом. Экс-временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье серьезно настроен на поединок с бывшим обладателем титулом двух дивизионов промоушена Конором Макгрегором. По словам американца, он хочет жестокого противостояния в октагоне. Также турнир UFC на Бойцовском острове в Абу-Даби в январе смогут посетить болельщики. Зрители должны будут выполнить ряд условий в связи с пандемией коронавируса. В частности, иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до посещения арены. Напомним, что бой Макгрегор-Порье пройдет 23 января в рамках UFC 257. Ивент состоится на Бойцовском острове в Абу-Даби. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!